Всех приветствую. Ага, сегодня мы пошли в Кайзерскую башню. Решили заскочить еще раз. Вон Илья хочет бочки посмотреть. Ты бочки будешь смотреть? Ну пошли. Бочку, вернее, бочки говорю. Она тут одна. Но ее тут хватит на целую роту. Я не знаю, но по-моему, цистерна меньше. Цистерна, по-моему, меньше будет. Да? Чем эта бочка. По-моему, в два раза меньше цистерна. Цистерна на поезде. В раза два меньше будет. То есть в длину? Нет. В длину нет, в длину чуть-чуть это, она вот это чуть-чуть, да, короче. Там штуки 3-4. А в диаметре просто пипец, но я не могу, конечно, показать. Ее низ вряд ли покажу. Сюда решетка мешает. Ладно, пойдем в башню. Завис. Илья первый раз тут. Ему интересно, мне уже тут не интересно. Не, ну сотрудница молодец, ключ дает. Я говорю, а где? Я же не с этой стороны к ней ходил. Ну не к этой башне, а к другой. Она говорит, там везде знаки висят. Я вот до этой дошел, еще ни одного знака не увидел. Нафига вот это вот так делать? Могли бы какую-нибудь маленькую карту нарисовать. Сюда не хочешь зайти? А, ну обойди. Так, ладно, сейчас найдем, надеюсь, дорогу. Дойдем до башни Кайзера, посмотрим внутри, что там у нас. В это, конечно, тут 100 раз она переделана, переложена. Тут единственное, что сохранилось, это, скорее всего, колонны. Ну, возможно, купол, но он опять же переложенный. Там швы по 2 сантиметра, блин. То есть не совпадало уже все. Положить не могут, как должно быть. В прошлом году с Михаилом были, еще вот этой огромной кучи не было. Ну, что-то строят, а что совсем непонятно. А что ты там увидишь? Там сеткой огорожено все. Да, конечно. Ладно, пойдем. Я сказал Кайзер или Бисмарка, короче, неважно. Как обозвали. Это я видел, там он отдушины сделан. Но это такое... 100 раз перестроенная, походу, новодельная фигня. А? Туда, ну вот тропинка, куда ты там без тропинки идешь? Надо по тропинке идти. Чё, по лесу будешь ходить? О, добрались мы до Бисмарка, я ее Кайзером обозвал. Да вообще, Алексеев башня, блин, или как? Алексеев турм, блин, нормально будет. Блин, такой колпачок мощный. Ну, на видео, наверное, непонятно будет. Сейчас мы туда зайдем. Сейчас мы сделаем круг. Что-то мы тот раз смотрели, тут я уже забыл. Но камушки, ладно, мы не будем их смотреть. Они, вижу, очень твердые. Пофиг. Кружок сделаем, прежде чем войти туда. Так, что это у нас этот, как он называется-то? О, блин, листочек вот этот. Листник, как он? Да, он здесь, кстати, вон его много. Вот тут. Да, если 4-листник найдешь, будет тебе счастье. Да, типа желание можешь загадать. А как называется-то? Нет, что ты мне по-немецки? Ты по-русски скажи, я по-русски не могу вспомнить. Немецкий не выучил, русский забыл. Ну, у некоторых так бывает, и у меня в том числе. Не у всех, конечно. Кто-то мне там писал, да я 30 лет живу в Америке, и я вообще все слова помню. Да я рад за тебя, что у тебя такая шикарная память. Блин, что ж ты мне об этом пишешь? Чё ты по себе людей судишь?
Тут яма что-то было какое-то. Может, тут еще под землю что-то и что-то. Как будто бы что-то провалилось. Что-то такое чувство, что завалилось что-то там. Ну явно что-то. А ну потопать бывает так. Раз-раз и чувствуешь ногами, что там что-то интересное. Ну короче, с этой стороны ничего интересного нету. Одни булыжники. Одни сплошные булыжники. Ну, камушки такие, я не знаю толщину, но некоторые вот внизу очень большие, так больше метра. А толщина, если еще хорошая, то значит вес у них. Ой-ой-ой, какой. Ну, ее по-любому позже лепили. Видно. Клевер. Я думаю, клевер, точно, во. Вот эти вырезы такие прикольные, огромные. Вот моя рука. О. Чтобы понятно было. Так, сегодня мы с таким длинным ключом. Хопс. Хопс, хопс, где там? Поймать еще надо, блин. О, поймал. Нет, еще оборот. Что-то не в ту сторону кручу, что ли? Точно не в ту, я, наверное, совсем закрываю. Вот же еще, наверное. А, ну-ка. А, ну-ка. Значит, еще раз. О, ключ заберем. Ты, да ну нафиг. Нафига вот это вот делать? Все наглухо заштукатурили, забелили. Закрой калитку, чтобы нам никто не мешался. Что, тяжелая? Обалдеть. А теперь нифига не видно. Темно. Чик-чик. Чик-чик, так светлее будет. А тут это, лестница что, новодельная походу, да? С двух сторон лестница. Так, ты иди по той. Нет, я тоже пойду по той. Потому что это против часовой закручено. Ну, что-то сдается мне новодельная. Сейчас мы по этой пойдем. Что-то какой-то бетон, блин. Так, ну, в принципе, тут уже светло. Так, окошечко прошел, не показал. Ну, такое мощное окошечко с мощной решеткой. Причем, так, ну тут, в принципе, светло. Закручено, закручено, закручено. Вон с другой стороны выход, куда я пытался сразу пойти. А тут что, чугуняка, да, у нас? Крашеная. Чугуняка, похоже, крашеный чугун. Ну, это фигня, конечно. Плетение посмотрел. Брауншвайки. Железное. Теперь мне оно покоя не дает. Как же его так заплели. О, да. Вид тут красиво. Так, колонны. Составные. Колонны составные. Пойду с этой, со стороны солнечной покажу. Огромные нарезанные булыжники. Все-таки кто-то зашел, надо было на ключ закрыться. Теперь, да, я говорю, надо было на ключ. Ну ничего, нам похрен, мы их выгоним. Или тут закроем. Вот точно, тут закроем. Тут прикольнее будет. Так, а там, смотри, отверстие такое круглое, огромное. Метра полтора, наверное. Нафига? Тоже все заштукатурили. Тут, алло. Тут резьба и прочая фигня. Ну, вот эти следы. Нифига не те следы. Нет. Хотя, опять же, мы не знаем, какого времени. Вот
След как шел, раз остановился, а тут другой пошел. Фиг его знает, чем это. Ну, чем-то ручным точно так не сделаешь, даже на песчанике. Это если только выцарапывать ее, можно, конечно. Но вот эти вот квадратики, они огромные. Такие вот сантиметров, не знаю, 15-20. Высоко, непонятно. Но саму башню мы уже не видим. Ладно, фиг с ней. Башни побывали, самое главное. Видок отсюда посмотрим. О, Хальберштадт. Половина города, блин. Вот там, как ее, Мартини, потом собор, и там вон четыре башни слева. Лифрауенкирхе. Вот эти три самые такие крутые. Остальные, конечно, так себе. Про одну я вообще в том году только узнал. Я даже не знал, что это там церковь. Ну, высота. Так, велосипеды покажу, чтобы сориентироваться, какая высота. Вон они, велосипедики. Вообще на видео часто непонятно. Хоть высота, хоть снизу, хоть сверху. А где еще вид видно? Не, ну тут, конечно, прикольно. Так скажем. Там у нас вот горы, куда мы ездим. Это горы Харц. Вон там Броккен видно, который по разным, кто 1200 где-то, кто 1400. Короче, я не знаю точную высоту, поэтому ничего говорить не буду. Вон там далеко-далеко, там дальше облака, и даже не поймешь, там горы или облака. Так сливается немного. Иногда такие бывают тучи, что вообще не поймешь. Прям выглядят, как будто горы. Прикольно так. Ну, тут у нас Бланкенбург рядом. Тут у нас там дальше, а где? Нет, не это. Это, наверное, как раз Бланкенбургская. Вот это где? Регенштайн. Типа крепость, говорят. Ну, там когда-то люди выживали. Вот тут бугор. Там явно люди выживали. Когда-то понарыли нор, блин, и позвали потом крепостью. Но технологии там когда-то применялись неизвестные нам по-любому. Ой, хорошо, тут мы сейчас посидим и пойдем на обратном пути, если что-то будет интересное, покажем. Вот этот кран тут выглядывает, стройки, что показывал. В принципе, тут ничего больше интересного нету. Все, по-моему. Ты вот что-нибудь интересное, Илья, видишь? Ну, ее по-любому либо собирали по новой, да, вот смотри, швы какие огромные, либо их подмазывали, ну, они вон там, видно, они разъехавшиеся. То есть, те технологии, что мы наблюдаем, так не делали. А вот сверху, видишь, замазали, вон, я говорил, они копируют, есть такой раствор, он имитирует песчаник, и вот на нем можете нацарапать все что угодно. Я не помню, как он называется, давно я на стройке уже не работаю, я по-русски не знаю, а по-немецки забыл. Короче, как-то так. Так, ладно, пойдем дальше. А вот Илью друга загнал в угол почти, но он не заходит в угол, боится, блин, скажет, что в детство что ли вспомнил, поставил меня в угол. Ну это нацарапано же, чё? Я сейчас 2023 могу нацарапать. Толку, что там нацарапали 45-й. Ай, блин. Дает. Ну вот и все, друзья. Наша прогулка закончилась. Бисмарктурм. Башню Бисмарка показал. Ну и все на сегодня. Ничего нам интересного больше не попалось по дороге. На этом всем удачи, счастья, здоровья. Пока.